Еще вчера баскетбольный центр Химки, а сегодня пункт сбора гуманитарной помощи. Беженцам из Донбасса отправляют вещи первой необходимости. К сбору подключилось все бизнес-сообщество городского округа. Мы, предпринимательское сообщество, не могли остаться в стороне, приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи. Участие в сборе гуманитарной помощи принимают члены партии власти, а также полный состав депутатского корпуса. Все это мы загружаем, отправляем на сборочный пункт, и в дальнейшем вся эта гуманитарная помощь поступит для беженцев из Донбасса. Из Химок гуманитарный груз отправится в Ростовскую область, туда, где сейчас находятся пострадавшие жители Донбасса. Машины для перевозки на безвозмездной основе предоставила компания МГМ «Логистик». По словам генерального директора Дениса Беляева, предприятие готово предоставить столько транспорта, сколько будет необходимо. Это грузовые автомобили, на данный момент их два здесь. Надеемся, что их будет достаточно для того, чтобы перевезти эту помощь. Грузовик полностью забит. Общий вес первой партии гуманитарного груза составил почти 5 тонн. Естественно, собрали все, что нужно для повседневной жизни. Никогда мы своих братьев-славян не бросали и не бросим. Дай бог здоровья и терпения жителям Луганска и Донецка. Все, что нужно, будет им отправлено. Непосредственное участие в подготовке гуманитарной помощи принимает глава городского округа Химки. Дмитрий Волошин прибыл к пункту сбора необходимых вещей и лично проконтролировал количество тепловых пушек, постельного белья и прочих принадлежностей. Более 150 пушек тепловых для обогрева палаток и более 1000 комплектов постельного белья. Ну и, конечно, к этому и, соответственно, одеяло, подушки. Дополнительно наше предприятие также в виде гуманитарной помощи подготовили кофе и продукты питания. Очень важно, что сейчас нет ни одного человека, который к этой ситуации относился равнодушно. Никто не остается в стороне. Глава городского округа Дмитрий Волошин заявил, что помогать братским народам Химки продолжит до тех пор, пока это будет необходимо. Принять участие в сборе гуманитарных принадлежностей может каждый желающий житель округа. Вещи для беженцев из Донбасса можно принести в здание баскетбольного центра Химки.